Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня видео по двум буксам. OnClicks и по Колыму. Значит, первый OnClicks платит. Я проверила его на вывод. Значит, первый вывод идет 24 часа. Я выводила 14 числа. 4 рубля ставила на вывод. Значит, смотрите, минимальная сумма на вывод составляет 2 рубля без комиссии, а на Киви Яндекс 11 рублей. И взимается комиссия системы 4%. Обратите вот здесь, читайте внимательно, что пишут. И первый вывод, как я сказала, идет 24 часа, а остальные уже как бы инстантом. На Payr. Значит, сейчас перейдем вот сюда. Так, на кошелек. Вот 15 января. Перевод выполнен. 4 рубля. Комментарий выплачено с букса OnClicks. Мой логин. Как бы спасибо, что вы с нами. И по Колыму теперь. Меня многие спрашивают, работает ли Колым. Как бы платит. Да, платит, работает. У меня 125 рублей. Сейчас поставлю их на вывод. Так, кошелек прописан у меня в настройках. Так, 125. Что у меня там? 20. Точка. 20. Так, кошелек. Так, сумма. Заказать выплату. Так, заказать. Что у меня завис. Так, выплачено. Так, возвращаюсь. Что-то он завис. Но вывод не пришел. Сейчас я вам покажу, что он тормозит. Давайте-ка перезагружу даже. Баланс должен обнулиться. Значит, он виснет. Так, сейчас я на почту перейду. Вот, пожалуйста. Payr. Так, реклама. 21.01. Так. Сумма 125.20. Колым.орг. Платит. Ну, что-то он тут завис. Баланс обнулится. Ну что, и тот бокс платит. Все замечательно. На этом все. Пользуйтесь, кому интересно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.